Одессе! И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. Что-то сейчас такое вебка включилась. На связи с вами ваш доктор Агматропотик, он же Альберт Вескер. И мы продолжаем проходить сюжетную часть Team Sonic Racing. Надеюсь, что вам будет интересно, надеюсь, что вам понравится. Обязательно поддержите это видео лайком, комментарием и подпиской на канал. А также спасибо всем, кто пишет комментарии. Сегодня от нас рандомный комментарий на нашем канале, который вы пишете, будет от Али Кажаньязова, который пишет потрясающе к нашей шорцу битве мобианцев и эгмнянцев. Она также говорит, продолжай в том же духе, а можешь подружиться с вами? Подружиться с нами, как всегда, можно по ссылочке в описании, все социальные сети у нас указаны, ребят. Телеграм особенно рекомендую, почему-то никто его не пользуется, а почему? Ведь там же, извините, оповещение приходит тоже, и общаться можно, а главное это, кстати, отличная платформа в плане защиты нашей, на тот случай, если вдруг Дискорд или ВК исчезнут, или Ютуб рухнется. Пользуемся, ребят, пока есть возможность. Так что давайте, подписываемся, пока это все есть. Но, как говорится, делу время, потихий час. У нас все наоборот. Потихий час, дело времени. Чуть-чуть сморозил. Погнали. Ну, я, конечно, буду вырезать кое-какие моменты, вот эти вот паузы. Да, мордуло. Ну, бывает. Погнали. Итак, давайте сразу же командное приключение возьмем. И в прошлый раз... Оно открылось. Это хорошо. Подождите, а что я не смог открыть в прошлый раз? Гонка на выживание я прошел. Гран-при... Так, стоп, подожди, а что я не смог пройти в прошлый раз? Командная гонка. А, вот, подождите, а в прошлый раз тоже командная гонка? Вот здесь еще командная гонка есть. И вот здесь. Ясно. Смотрите, давайте тогда мы сейчас вот сюда пройдем. Даже если сюда пройду, смысл? Ну, откроется вот этот путь и все. Мне надо вот сюда проходить. В прошлый раз мы не смогли. Значит, нужно сорви голова, получить серебряную медаль, получите платиновую медаль. Мне недавно получилось, но у меня все еще остаются вопросы. Да, вопросы остаются. Проседать слегка. Надеюсь, что все нормально. Так. Все-таки скоростная зона. Давайте Блейз возьмем. Она самая быстрая у нас из всех присутствующих. Да, ты готова. Я тоже готов. Погнали. Ладно. Если ты президент автомобильной корпорации, то почему проводишь эти гонки? И почему ты нас пригласил тайком? Все очень просто, летучая мышка. Мы создаем самый быстрый, самый мощный двигатель во вселенной. Я зову его двигатель суперсилы. Очень секретный, очень-очень. А почему у тебя нет ни оборудования, ни персонала, чтобы проводить гонки? Если хочешь достичь идеала, нужны лучшие специалисты. А у меня они есть. Это ты и твои товарищи. Как мило с твоей стороны. А еще вопрос. Раз ты король и все такое, значит, у тебя есть короны и сокровища, полные драгоценностей. Конечно! А к чему ты спрашиваешь? Ой, я просто так, солнышко. Ice Mountain, леди и джентльмены! Держитесь ближе к звездным столбам для бонуса. Дрифтуйте сквозь звезды и столбы для бонусных очков. Разгоняйтесь с красной стороны звездных столбов для умножения. Хотя бы бронза нам нужна. Хотя бы бронза! Когда все закончится, я, может, загляну в королю гости. Так. Тебе за мной не угнаться.
Давай, есть. Так. О, неплохо. Эй, я ее не задел, хватит лгать. Зараза. Так, давай. Давай. Есть. Ну что, смогли? 718. Плохо. Переигрываем. Нам нужно хотя бы бронзу получить. Иначе нас не пропустят. Нам нужно хотя бы бронза, товарищи. Ой, не туда. Не совсем понял, что случилось, но ладно. Давай. То есть. Так. Давай, есть. Я слишком торможу. Да, зараза. Черт. Так, резко соберись. Да, забавно, как голос отсюда выглядит. Но это еще меньше, на сотку прям меньше. А нам нужно 1000. Нам реально нужно это все выбивать. Ну-ка, глотнем чаечку. Лимонный спарк. Давай. Блейз самое быстрое. Блейз самый быстрый из всех. То есть, я ее не задел. Так, неплохо. Так. Да, ладно, эту задел. Интересно, я смогу вообще, кстати, технически прийти к финалу этой гонки? Так, 786. А, чуть-чуть не хватило. Куда ты там смотришь? Ай. Нам нужно добрать 1000. Походу, сегодня будут муки Блейз. Быстрее ее здесь никого нету. Поэтому нам придется ее использовать постоянно. В крайнем случае, можно, конечно, руж прокачать. Но там замучаешься.
Так, эту не поймали. Так. Так, неплохо. Я могу технически ускоряться, когда прыгаю. Так. Давай! Блейз, хватит царапаться когтками! Так. Давай! Ау! Сколько у нас? 830! Я успел что-то взять. Не уверен на 100%, но что-то успел. Сколько нам у нас там набралось? 830. А что не засчиталось-то? И вы видите, не засчиталось! Давай. Надо продолжать. Ну что поделаешь, надо. Я не буду это вот это вырезать, потому что я хочу, чтобы вы видели, насколько это сложный этап. Погнали. Но у Блэйс есть перспективы. Если давать ей ускоряться, то... Так. Ай, зараза. Вот главное еще в сами столбы не врезаться. Проблематично это все дело. Так. Так, неплохо пока движемся. Черт, я задел. Так, 750, это плохо. Так. Ау! Так, давай, есть. Есть! Давай! Ау! Ой! Замучаешься ведь реально. Даже хуже, чем в прошлый раз. Все потому, что пропускаю несколько башен. Технически можно собрать. Если бить каждую красную, технически... Надо хотя бы бронзу получить. Я, наверное, все-таки вырежу частично. Может быть, вырежу. Так. Так, давай. Так, что-то взяли. Эй, почему не засчиталось? Так, ну хотя бы большую часть берем полезного, это уже хорошо. Так. Неплохо. Так, пока можем умножать, это хорошо. Так, давай. Эй, я успел задержать. О, чуть-чуть не хватило. В общем, здесь можно набрать, но нужно прямо выжимать каждый идеальный поворот. 846. Ну, это новый рекорд для нас, кстати, если что. Предыдущий был просто 840. То есть здесь можно выжимать, но нужно выдерживать красную полоску постоянно на высоких уровнях, 1.3 повышенный уровень, плюс еще выдерживать количество монет.
Ладно, давайте. Да. О, я эту не взял. Ладно, вот у этой подзарядимся. Так. Так. Ненавижу холод. Так ты же источник огня, гребаный. Подзарядись. Так. Так. Давай, да, чуть-чуть. Нет, чуть-чуть не хватило, 40 очков не хватило, но новый рекорд, 960. Даже 10 не хватило. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Есть. Можно выбить. Хотя бы бронзу так выбьем сейчас. Мы впереди, ребят. Я, наверное, даже не буду вебку включать. Потому что хочу запустить монет, когда мы эту точно выбьем. Ай, Блейз. Ай, зараза! О, спасибо! Нам прям повезло. Так. То есть, чем ближе я проскакиваю, тем выше бонусная награда. Давай. Ну да, чем ближе я проскакиваю, чем выше бонусная награда. Это хорошо. Давай. Я успел взять. Вы видели? Сигнал пошел. 990, чуть-чуть не хватило. Ой, нам чуть-чуть не хватает. Не, наверное, лучше без вебки. Может быть, надо просто тормозить, как бы, а? Давай. Мы же уже записываем. 14 минут. 14 минут только на эту подразил гонки, но он очень сложный. А, я думал, проскочу. Зараза. Я начинаю делать тупые ошибки. Вот когда ты повторяешь вот простые маршруты, знаете, такой вот. Так. Ну вот опять. Подождите, давайте лучше. Можете здесь прорвать? Да, давайте начать заново. Да, начнем заново. Ну, я уже вижу, что проигрываю. Нет смысла гнать и тратить время наше. Давайте еще раз. Так. Дышим спокойно и разгон. Так. Ой, зараза. Черт, я думал, задену боком, ну ладно.
Так, о, 50 получили даже. Эй, его чёрт, случайно задел. Так, неплохо. Давай, 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 есть. Давай, 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 есть. Согласен, Блэйз, глупо вышло. Ну что там у нас? Есть! 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 Бронза наша, товарищи! Отлично! Я думал, проиграли, я не заметил собственную победу. Ну и отлично. Это надо зафиксировать, надо зафиксировать. Все, погнали дальше, сейчас будет озвучка. Так. Нет, я не хочу ее переигрывать. Я не хочу ее переигрывать. Они что хотят, чтобы я звездочку что ли получил? Подожди, а почему меня не допускают-то? Или мне надо еще вот эту открыть дополнительно? Ну, как бы как-то глупо. А, мне по-любому нужна звезда. Это тогда подождите, надо тогда сейчас собрать машину идеальной скорости, идеальной управляемости. Ну, давайте в гараж заглянем. Ёж, у тебя какие характеристики? Максимальная скорость у него так себе, защита. Можем, в принципе, ускорение ему... Давайте тогда ежа возьмем как вариант. Он может ускоряться до необходимых нам значений. При этом управляемость мы ему можем повысить дополнительно. Давайте ежа возьмем. Чем бы и нет. Хуже не будет, я считаю. Я даже думаю, давайте мы ему все золотой поставим. Давай-ка, еж. А, мы не все золото ему мира можем поставить. Так, только защиту и управляемость снизит. Это управляемость и турбо повысит, но скорость понизит. Ну ладно. Так. И... давайте немножко ему тогда красочку добавим. А че нет-то, можем? Давай-ка мы тебе сменим. Краски Эггмана заменим на Вига, Блэйз, Чао, Метал Соник. А чё нет, кстати, давайте посмотрим. Соник в машине Метал Соника. Так, ну здесь будет не Металлик, а... ну хотя, в принципе, да. Здесь поставим грубый скристый прот. Зачем пластик? Мне кажется, это... да нет, чисто металл оставим. Нет. Давайте вот здесь металл. А вот это сделаем как раз-таки основание. Во! И ему идет, мне нравится. Шикарно выходит. Попробуем сейчас с ежом. Ой, извиняюсь, не туда зашел по привычке. Нам сюда. Итак, товарищи, Ice Mountain. И нам нужно добавить 1300 просто для звездочки серебряной. Вот издевательство. Мы да, Руш, я знаю. Ёж, не подведи. Away I go.
черт, его машина ужасно управляема. Но она как-то проходит. В принципе, неплохо она проходит, но... Ай, зараза, да ты издеваешься. Так. Черт, задел боком. Давай, 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 давай. Нет, Ёж ужасен здесь. Он совершенно не подходит для этой гонки. Блейз самый лучший вариант здесь. Выйти. Нет, Ёж не подходит. У него машина слишком большая и слишком тяжелая. Нужна узкая машина, как стрела. А это только у Блейз. I feel better about Dodonpa, but I have a lot of questions. Да, Руш, мы в курсах. Руш, конечно, так себе машинка. My engine is hot. Но единственное, это вариант Блейз. Пробьемся или не пробьемся, я не знаю. В общем, наверное, я, скорее всего, вырежу пару моментов. И это будет самый короткий эпизод в истории нашей игры. Ой, ну ладно, что поделаешь. Есть! Получилось! Ребят, скорее всего, эпизод будет записываться 2 недели. То есть я записываю обычно по выходным. Может, завтра еще успею какой-то кусочек списать. Если так, то вообще прекрасно. Я имею в виду, завтра это воскресенье будет у меня. И тогда он выйдет вовремя, я на это надеюсь. Потому что мы с трудом выбрали... Я записываю вот эти гонки, вот именно эту гонку, вот именно вот эту самую. 2 часа. Это, тут, смотрите, 2 часа делите на 2 минуты. 240, подожди, 120 минут делим на 2. 60 гонок, 60 попыток. И это еще без учета тех, что были в предыдущем эпизоде, вы их тоже видели.
То есть, понимаете, чтобы получить серебряную медаль и пароход, мне нужно было сделать 60 проездов. А суть в чем? Я когда гонял вот эти 60 кругов, я начал понимать, что если ты заходишь, вот смотрите, вот это вот дрифт, вот эта вот зона, вот этот шрифт. Когда ты вот так заезжаешь и резко поворачиваешь у него, будто вот так объезжаешь, то ты делаешь за это больше баллов. Такой полноценный дрифт вокруг столба. И вот я сейчас пытался это сделать, и вот сейчас получилось. Это очень муторно. Очень. Но мы справились. С трудом мы справились, товарищи. Лишний мусор я вырежу. Конечно, вырежу. Но если вам интересен просто чисто вот этот вот... Эх, извиняюсь. Сейчас, наверное, был небольшой переходик. Вот, да, ну, я просто не хочу пропустить диалог здесь. В общем, ребят, победа. Победа. Продолжаем. Пока живы, пока здоровы. Погнали. Посмотрим, что у нас там впереди будет. А, извиняюсь, не дотыкаю. Перехвачены телеметрические данные. Должно быть часть твоих исследований и разработок. Конечно, ничего нельзя создать, не имея информацию. А с наших гонок я собрал много информации. Правда? Так и есть. Энергия, которую генерирует ваша командная работа, удивительно мощная. Она ключ к созданию моего двигателя суперсилы. Что ж, отличная новость. Реально отличная новость, потому что мы прошли. Ой, реально отличная новость. И наконец-то нам открыты новые трассы. Это Market Street, вся зеркальная. И мы ее запишем. Очень. Прямо. Сейчас. И мы вернулись. Мы вернулись спустя несколько дней, потому что нужно было отойти от этого самого уровня, с которым мы с вами мучились в прошлый раз. Точнее, я мучился целых 2 часа. И нужно было реально от него отойти, да и времени уже на него на дальнейшую запись не оставалось. Вот записываю, по сути, получается, в несколько частей. Сегодня мы с вами, вот сейчас я как раз запишу вот эту еще гонку, я думаю, вот это будет как раз здорово. Строго говоря, я ее уже записываю во второй раз, потому что в первый раз у меня был выключен микрофон во всех трех средах, где можно было выключить. Вот здесь переключатель был выключен, вот тут было выключено, везде был выключен. Такой, сказать, тройной предохранитель от моего голоса. Я обычно это делаю, когда записываю шортс, а я записал шортс. Вот буквально ночью. Сейчас записываю теперь это. Вообще, что только не происходит с этим эпизодом. Но зато выйдет веселым. Итак, погнали. Мне не стыдно за свои подозрения, Адонпа. Правильно, Тейлз, не стыдитесь своих подозрений. Это норма. Выбор персонажа. Но я возьму Руш, это все-таки... Это все-таки зеркальная гонка и Market Street, то, что надо. Возьмем команду Super Seals, командная гонка. Ну и... Погнали! Значит, твой двигатель Super Силы произведет революцию в транспорте, стимулирует развитие новых отраслей, промышленности, улучшит экологию и все это на одной только командной работе? Так и есть! Я посвятил всю свою жизнь гонкам, чтобы развить новые технологии ради мира во всем мире на много лет! Это переломный момент! Извините за все эти подозрения в сговоре с Эгманом. Мы относились к тебе с осуждением. Не помню, чтобы мы его осуждали.
Не важно, что бы вы обо мне думаете, важен только двигатель! А для этого... Еще одна чертовски сложная гонка? А, вы начинаете меня понимать! Макет Суин, зеркальный друг, моя красавица дорога! Мы погнали! Кто же знал, что командная работа может спасти мир, так, ребят? Окей. Гонки готов. А, мне нравится это. Все готовы. Все в предвкушении. Ой-ой-ой, так-так. Погнали, Shadow. Так. Есть. Разгоняемся. Немного непривычно, я хотел попасть вот на ту зону боковую. Так, вот здесь. Омега, тупица! На другую сторону! Толкает меня. Так, нас уже обгоняют. Ладно, не страшно, это первый круг. Это только еще первый круг. То есть, куда эта ракета уделась? Ау, черт, принято! Так. Вперед, вперед, вперед! По боковой, по боковой, крайне боковая. Нет уж, Бегаста, ты не получишь этот приз. Этот висп. Он только мой. Лети. Отлично, сориентировались. Спокойно, Shadow, у нас все под контролем. Отлично. О, нет! Хорош, что для мне... Ах, Тейлз, вот серьезно, как всегда. Мне это нравится. Так, пока рано еще, пока рано. Я скачу. Вот это я называю гонку по расчету. Это мы оставим, они сейчас все равно все взяли по одному. Баку. Ай, зараза! Пропустите леди вперед. Так, давай, Мегач. Передаю, передаю, передаю. Надо вообще наращивать суперсилу, срок говоря, здесь. Черт, нетушки, это моя гонка.
Давай, Руш! Нет! Кто? Ах, доктор! Меня это не устраивает. Мы перезапишем. Мы перепройдем эту гонку. Реально, вот, честно говоря, вот меня это не устраивает. Мне кажется, команда Эггмана и Эми сговорились на битвах собачек. Реально. Переиграем гонку. Я редко такое делаю, но мы ее переиграем. Ну давай. Пока ехидна. Так. Вот так. Отлично. Движемся вперед. Молодец, Шадоу. Думаешь, как надо. Отлично, я снова на трассе. Видишь, Шадоу? Вот же, значит, сила команды работы с Руш. А теперь постреляем. Кому-то попадем. То есть... Благодарю, Шадоу. Держи, Омега, только давай догоняй нас быстрее. Жрите кубы! Так, передаю. Так, есть. Черт, он включил гребаную какофонию. Чао не пролез, а мы пролезли. Давай, согласен, Шэдоу, надо собраться, надо сбить Рузи. Мне нужно что-нибудь, что может ее сбить. Есть, вот это то, что надо. Я победил вовремя. Я вовремя победил. Вот это называется удача, интуиция. Я даже не заметил, что они отправили этот гребаный виск. Что-то сейчас какофонию вы включаете, товарищи. Хватит там какофонии. Да не за что, Шэдоу. Всегда рад. Обращайся. Передаю. Омегач, давай быстрее. Главное, чтобы опять не появились эти каменные столбы. Тут очень много их. Шадоу. А-а-а-а! Есть! Нам повезло, мы не сбились с пути.
Так, ладно. Есть! Руш, молодец! Вы видели? Вот как подсказал-то! Вот как говорил сейчас он, что они запустят огромные каменные столбы. Да повезло! Зато мы теперь первые. Если не брать в расчет универсальную форму жизни, которая проиграла мышеворовке и механическому роботу. А также доктору Регману, Эми и Чао. Вы понимаете. Она очень универсальная форма жизни. Универсальность так попахивает. Нет, но мы все равно приорим место, это хорошо. Вот это уже другое дело. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Что у нас там дальше? Идет к сюжету. Теперь, когда все согласны, что Додон Пах хороший, мы можем сосредоточиться на гонке? У нас с тобой есть нерешенные дела, Соник. Верно. И решить мы их можем только на финише. Вы, ребята, никогда не остановитесь. А что там веселого? Если остановишься, не победишь. Победа в движении. Соник, я не о гонках говорю. Я доктор, я его намерениях, тупица. Ну, Соник реально тупица. Полноценный. Это, конечно, от себя я добавил. Он реально тупица. Что вы от меня хотите? И ко мне претензии. Да и к тому же, так уж строго говоря, мы подходим к финалу. Ну, финал-то мы вот здесь уже оставим. Потому что будем записывать на следующий эпизод. Вообще, кстати, я еще забавно, что Биг реально очень умный кот. Вы заметили, как он говорил вот Эми на ее слова «мы относились»? Он говорит, не помню, чтобы мы относились к этому. Биг реально очень умный кот. Он, кстати, изначально к Додон Пану относился хорошо, потому что он же смотрел еще и на реакцию виспов на всех. То есть он от него делал хорошее суждение. А Эми такая «мы». Ой, вот всех подплетает под себя. Вот ж... Вот Биг реально... Мне кажется, Биг это тайный злой гений, который умеет грамотно манипулировать всем подряд и выискивать необходимые тонкости в решении всех вопросов. Не удивлюсь, если они когда-нибудь сделают из него сверхзлодея. Это будет шикарно. Но так или иначе, ребят, я надеюсь, что вам понравилось. Этот эпизод, скорее всего, будет коротенький, потому что первую часть я просто буду там, наверное, обрезать. Слишком 2 часа это будет много, тем более бесполезной гонки. То есть оставлю только нужный кусочек. Так что, надеюсь, оцените этот небольшой такой скромный, но мучительный труд. И веселый при этом. Ставим лайки, пишем комментарии и подписываемся на канал. Также не забываем про наши социальные сети, все ссылочки указаны в описании. Ну и спасибо всем, кто смотрел этот эпизод. Всем до скорой встречи. И увидимся в следующей гонке. Удачи!